С 22 по 26 января в австрийском городе Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В чемпионате примут участие лучшие фигуристы Старого Света. Россия будет представлена максимальным количеством участников. 24 января в 13:30 женщины представят короткую программу. Год назад россиянка Алина Загитова показала лучший результат в этом виде программы, опередив Софию Самодурову и Алексию Паганини из Швейцарии. В 2019-м Алина Загитова взяла паузу в карьере, но она тоже будет покорять европейский лед только в ледовых шоу. Они расписаны на месяцы вперед. Цюрих, Лозанна, Базель, Давос. 25 января в 20:30 женщины представят произвольную программу. Год назад россиянка Софья Самодурова выиграла произвольную программу и стала чемпионкой Европы. Алина Загитова завоевала серебро.